Дан старт пятого заезда, второй гид приза ковбоя. Обег Павел Жарпей, на втором месте Пила, далее Курант и замыкает Беспечный. Обег ведет Жарпей, сбоит Курант. Бег ведет Жарпей, на втором месте Пила. На третьем Курант и замыкает Беспечный. Лидеры заезда Жарпей и Пила. Участники заезда подходят к отметке первой четверти дистанции. За 35,4 секунды пройдена первая четверть дистанции. Участники заезда проходят перед трибунами. Лидеры заезда. Второй номер Жарпей, третий номер Пила. И тут же к ним подъехал четвертый номер Беспечный. В спине едет Курант. Обег ведет Жарпей, тут же Пила. На третьем месте Беспечный, замыкает Курант. Курант выходит на третье место. За 33,1 секунды пройдена вторая четверть дистанции. Обег ведет Жарпей, тут же Пила, сбоит Беспечный. На третьем месте Курант. Голова в голову пошли лидеры заезда. Жарпей, Пила, тут же Курант. Третья четверть дистанции пройдена за 31,9 секунды. Бег ведут Пила и Жарпей. На третьем месте Курант. Участники заезда выходят на финишную прямую. Второй гид приза ковбоя. В борьбе на финишной прямой три участника. Жарпей, Пила и Курант. В борьбе голова в голову. Жарпей, Пила и Курант. Через несколько минут будут объявлены результаты пятого заезда, второй гид приза ковбоя. Финиширует Беспечный.